Добрый вечер. Вот видите, как у нас освещается Одесская 10, Одесская 12 и Панфилова дом 2. Вот. А тут есть фонари по улице Панфилова. Достаточно очень хорошо освещается двор. Да, там улица 12 октября. Вот двор 12 октября. Дом 50 и дом номер 52. А вот так вот освещается улица Панфилова. Достаточно темно. Но мы идем дальше. Да, это детский садик по улице Одесская, который совсем не освещается. Одесская, дом 6. Если кто очень давно не был в городе, его фактически нету. Видите, да? Стандартный садик, такой, как и по Полозе, и по улице Петровского. Ну что, мы идем дальше. Давайте. Ой, тут такой собачий лай. Здесь, в доме Одесская 2 и Одесская 4. Да, там дальше у нас вулканизация, если что. А мы идем дальше. Слышите, это лай собак. Вот здесь, кстати, очень тоже плохо освещается, потому что это... У нас тут куда вниз Кишиневская, и фактически ничего не видно. О, Господи, тут какая-то собака. Господи, сколько собак в городе? Ну, это просто преступление. Кстати, таксист поехал. И они его взяли и облаяли. Ладно. Знаете, вам, я послушаю, что... Веселый вечер. Маски шоу и все. Ну, а мы сегодняшнюю нашу вечернюю прогулочку завершаем. Спасибо вам. С вами был Роман Валерьевич, живущий где-то здесь рядом. Да, сегодня у нас предпоследний день зимы, 28 февраля 2020 года. Четвертый год. Год-то высокосный. До свидания. И всем доброй ночи.